Салюты, фейерверки, новогодние хороводы этим малышам еще не знакомы, но их объединяет с праздником то, что именно в новогодние каникулы они появились на свет. 360 малышей родились в Чувашии за полторы недели. Из них 176 мальчиков и 184 девочки. В первый день Нового года на свет появились 49 малышей. Для сравнения, в прошлом году к 9 января родились только 334 ребенка. В этом году 69 детей стали третьими и последующими в семьях, которым теперь полагается федеральный и республиканский материнский капитал – 429 тысяч рублей и 100 тысяч соответственно. Также им будет выплачиваться ежемесячное пособие в размере 6 116 рублей. Кроме того, многодетным семьям выделяются земельные участки.